Для оперативного решения вопросов с запуском отопления в домах микрорайона Бахчеванджи создан центр тепла. Котельная звездного городка Ачкаловского аэродрома, который сейчас питает Бахчеванджи, на прошлой неделе останавливались, что вызвало недовольство жителей уровнем тепла. Глава округа Андрей Булгаков взял ситуацию под личный контроль. Выехал на место, провел штаб по отоплению. Встретился с жителями, проверил дома, спустившись в подвал, а также социальные объекты. Глава рассказал жителям, что новая котельная уже готова к эксплуатации, и процесс переключения абонентов начнется уже на этой неделе, раньше срока. К началу декабря микрорайон будет полностью подключен, а пока вместе с жителями решили, что необходим центр для оперативной отработки точечных обращений, а также горячая линия по вопросам отопления на Беляево. Режим работы, телефон и адрес для очного обращения вы видите на экране.